Летние парки «Магнитки» откроются в следующем сезоне. Напомним, каждые выходные спортсмены и музыканты, певцы и актеры проводили различные мастер-классы. Демонстрировали этюды в скверах города. В администрации подвели итоги масштабного проекта и наградили его участников. Инициатором проекта по приобщению горожан к искусству выступил глава города Сергей Берников. Идея, по его словам, входила в жизнь тяжело. В городе ничего подобного ранее не затевалось. В управлениях культуры и спорта, а также в творческих объединениях не было опыта организации масштабного проекта, в котором оказались задействованы десятки профессиональных и самодеятельных коллективов. До меня доходили того, что слухи и участников, то есть труппы, там артисты, ну, рассчитывали как-то, говорили, что ну, как-то вроде выходные, надо бы дома быть, а не на сцене. Вот. На что я категорически всегда заявляю, что когда все люди отдыхают, мы с вами должны работать. Результат превзошел все ожидания. Чаты и почтовые ящики организаторов полны восторженных отзывов. Смелый культурный эксперимент главы, продолжавшийся до сентябрьских заморозков, не только с блеском состоялся, но и обрел право на продолжение в следующем году. Культурная ценность парковых вечеров неоценима. Многие горожане впервые увидели артистов, как говорится, на расстоянии вытянутой руки, а не на сцене. Творческим людям, в том числе множеству самодеятельных исполнителей и коллективов, дали возможность показать себя и свои таланты перед зрителем. У нас много-много-много одаренных, кто сегодня вообще никак не организован, но порой может и не хуже, что называется. Вот. И во всем мире народ раскован до такой степени, что они считают возможным эти артисты самодеятельные вот, выступать перед людьми, вот именно вот в таких вот скверах, парках, там, в переходах каких-то. Просто показать, что могут, а люди просто порадоваться, что кто-то что-то может. Многие горожане впервые увидели артистов, как говорится, на расстоянии вытянутой руки, а не на сцене. Творческим людям, в том числе множеству самодеятельных исполнителей и коллективов, дали возможность показать себя и свои таланты перед зрителем. Именно такому привлечению талантливых магнитогорцев и будет посвящен следующий сезон городских парков, который по замыслу главы должен быть выполнен в несколько отличном от этого года ключе. Завершилась встреча награждением представителей Управления культуры и спорта благодарственными письмами главы города. Станислав Юрин, Александр Макаров, телекомпания ТВИ.